Yeah. That was exactly. Мышки на подходе. Это Питовский идет. Да, да, так ничего не взяли, без сувениров домой поехали. Думала, хоть Валера останется. Сейчас мы этих немцев приблизим. Подойди поближе. Как? Если можно, это и пойти в монастырь. Угу. Чем это не? А значит, что нет? А здесь же Михаил Самонов. Приезжай, приезжай. Сейчас, подожди, подожди, я не наливаюсь. Да, ты включила? Угу. Наш папа идет в льняной рубашке, и все к нему пристают. Купите еще одну. Пожалуйста, сразу берите в учебный ресепшн, чтобы могли видеть, кто у нас на месте, кто опаздывает. Но после вас не опаздывает. В 21 час теплоход отправится в рейс. Oh.
какого-то временно отойдет от причала, будет выпускать другой теплоход, потом снова подойдет на стопорные волноги. Еще раз повторяю, 20 часов наш теплоход временно отойдет от причала, будет другой теплоход, потом снова подойдет на стопорные Отправляться в открывать города, новые земли,
И вот посмотрите, что там есть, как я вам уже сказала. А вот снять, друзья, именно по рейсам. Ага, Волга. Вот как раз здесь, как говорится, выходили по этим рейсам. И жилье. Ну, все, интересно, как говорится, возвышенность. Такая вот возвышенность, как мы называли. Плюс одна, то есть, Георгий Фил, свою милую, и вот здесь, вот он увидит, что нужно. Да. Может и надо.
Как даже не знаешь, на какую гору надо ехать. Я ему скажу, меня все время поправляют, поэтому я вижу зиму, как это сказать. Куда поворачивать-то? Thank you.
всего лишь три станции. Курган, статуя Родина Мать. Отсюда 62. Вот на это сядете 26 или на 52, и там туда едете немножко. А здесь вот вот здесь, вот видите, милиционер стоит и проходит. Давай мне вот сюда. Давай нас с папой вот тут фотографируем. Ну давай, сделай приятно маме. Это фонтан еще, скорее всего, который не работает. А там памятник Ленину, как положено. Что хочешь снять? А? Папика. Thank you.
там остров есть. Такое сооружение сделать, как правдоподобно. А ну, соседи не вообще не считают? Считается. Ну, как вот я тоже не считаю. Ну, так, смотрите, это все хорошо. Да нет, там вообще холодно.